спортивном комплексе «Планерная» собрались более сотни представительниц прекрасного пола, чтобы на площадке по мини-футболу выяснить, кто лучше всех работает в команде и умеет эффективно забивать голы. Мы надеемся получить массу эмоций. Приглашены команды из Московской области и Москвы. Это все девочки-любители. В основном это мамы детей-спортсменов, детей-футболистов, которые также увлечены футболом, как и их дети. Пока папы остались присматривать за детьми, мамы на площадке отстаивали честь своих команд, демонстрируя четкие и результативные пасы и слаженную игру. Турнир по футболу под названием «Спортивная мама, спортивная семья» объединил 12 команд. По словам организаторов, это прекрасная возможность для женщин проявить свой талант, страсть и любовь к игре. Мамы пришли с детьми, с мужьями. Вот, атмосфера предельно интересная, поэтому я что, и праздничная. Поэтому вот управление по физкультуре и спорту, естественно, да, администрация прекрасно организовали турнир. И все же главное не победа, отметили организаторы, а здоровый образ жизни. Это замечательно, что приехали женщины вместе с детьми, вместе с папами, которые болеют за них. Это здорово, что, наверное, одни из первых, они выполняют наказ президента, бросаем все, занимаемся здоровым образом жизни. Потому что здоровье нации – это богатство нашей страны. По итогам призы получили все участницы соревнования. Но главное – это заряд бодрости и хорошего настроения. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.